Американца, который незаконно пересек границу России в поисках лучшей жизни, сегодня отпустили в зале суда, штрафовав на $112. Карасукский районный суд рассмотрел дело 29-летнего разнорабочего из США Хулио Приетто. Он попытался обойти пункт пропуска на границе России и Казахстана, но попался пограничником. Хулио грозило до 2 лет лишения свободы. Судья назначила штраф 7000 рублей. По текущему курсу это всего $112. Но и те иностранцу платить не придется. Ему зачли 1,5 месяца в следственном изоляторе. Хулио Приетто освободили в зале суда. Теперь им занимается миграционная служба.